Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в Тени Гладиаторс, вторая часть. Ну что ж, ребят, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Так, что это такое у нас здесь? Ваш индикатор ХП, понятно? Индикатор ХП врага, понял. Так, оу, а здесь, ребята, мне, похоже, придется переставить кое-какие кнопочки, так что секундочку. Ну что, ребята, как-то установил? Давайте посмотрим. Так, файт. Ну, отойди, отойди от меня, упырь. Так, ну-ка, навыки, где мои навыки? Ага, навыки работают. А это что за навык такой? Оу, защита какая-то, видимо, ребята. Ну, подходи, хламон, на! Йоу! Ну, давай, иди сюда. Иди, оп, оп. Оп, ну, ребят, практически как и первая часть, только мне кажется, здесь она, ну, может быть, графически как-то лучше сделана. Хотя, тяжеловато играется. Давайте смотрим. Турнир завершен. Мы победили. Наши противники потерпели сокрушительное поражение. Когда пыль улеглась, мне захотелось попробовать что-нибудь новое. Что-нибудь совсем другое. Теперь я тренирую новое поколение воинов. Тут, кажется, звучало слово «осанка». Хе-хе, не знаю, что там звучало. И знать не желаю. Так, ну что, ребята. Сейчас вы узнаете, как управлять персонажами в бою. Да, а до этого я что делал? Снаряжение на арене. А, сражение. Сражение, конечно же, снаряжение. Докажите, что лучник не выстоит против меча. Так, сражаться. Говно вопрос, ребята. Он в любом случае не выстоит против меня. Ну-ка, файт. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой, да-да-да-да, конечно. Хоп-хоп-хоп-хоп. А, у меня сейчас нету навыков, понятно. Навыков нету, да? Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Нет, лучник не должен жить, да, ребята? Так, а это уже интересно. Неужели здесь будут и лучники? Еще скажите, маги будут. Так, мы получили с вами какой-то, видимо, сундук. И что? Это так просто для красоты было? Так, открыть. Сундук готов к открытию, да я понял. Ну и что же нам тут выпадет? 50 голды. Так, меч, бронька и все. Угу. Так, можно этот открыть же еще, да? Ну, давай посмотрим, что здесь. Опять 50 голды, лук. Так, это кто у нас такой? Уровень 1. Видимо, лучница, да? Хорошо, мы это посмотрим попозже с вами. Правильный подбор снаряжения – ключ к успеху. Понятно. Так, сражение на арене. Ну, давай. Второй, да, типа раунд. Не отходите слишком далеко от мага, чтобы огненные шары не расплавили ваш меч. Ну, ребята, ё-моё. Теперь у нас тут еще и маг добавился. Ну, ладно. Ладно, ладно. Файт. Оп, оп, оп. Маг, ты чё, спишь? Ого, ничего себе ты. Хитрая жопа, телепортатор. Да ладно, завязывай давай. Дурковать-то мне здесь. Impossible, это невозможно. Все возможно, родной ты мой. Так, ну что, ребята, мы опять зарабатываем с вами очередной сундучок. Такой чувак, да, против форка. Правильный подбор. Да ты достал уже. Я понял, что ключ к успеху. Так. Коснитесь оружия. Ну, коснулся. Улучшить. Ага. Так, ладно. Предположим. Так, открыть через 30 минут, да, типа? Хорошо, сражение на арене продолжается у нас. Третий уровень. С помощью лука и стрел удерживайте противника подальше. Подальше, подольше. Ну, давай попробуем. Что у нас тут получится? Научитесь управлять ловким лучником. Нажмите, чтобы продолжить.
Ну, я попробую. Попробую. Хоп, 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 хоп. Не надо. Ах, вот мы даже как можем. О, да это круто. Тихо, 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 роднуля, не плачь, не плачь. Все будет хорошо. А что, неплохо, мне нравится. Довольно-таки четко. Она в прыжке, ребята, может бомбить. Вот в чем дело. Так. Ну давай, удиви меня. 20 секунд, а я не могу, наверное, его открыть, да? Хотя могу. Ну-ка давай, показывай, что там у тебя. 50 голдишки. Че, я не помню, мы еще и стрелы, что ли, будем прокачивать здесь? Что-то какое-то, что-то новенькое, ребят, чтобы стрелы прокачивать. Ну что, сражение на арене. А где дедушка-то? Дедуля, ау! Где помощь? Никакой, блин, помощи теперь, видимо, придется. Действуйте быстро, уворачивайтесь от заклинаний и стреляйте в прыжке. Ага, теперь я, значит, буду играть за мага. Угу. Или нет? Нет, не за мага, ребята. Также по-прежнему... за лучника. Чу. Так, тихо, тихо. Ауч, вот именно что ауч. Ёлки-палки, его фаерболы опасны. Все нормуль. Никаких импасибл. Так, победа. Ага. Это у нас, я так понимаю, сейчас, ребята, голимая тренировка идет. По-другому это не назовешь. Так, ну ладно, давай, сражение на арене. Погнали дальше. Пятый у нас этап. Уворачивайтесь от стрел и призывайте огненные шары как можно быстрее. Призывайте огненные шары. То есть теперь я буду уже действительно играть, ребята, за мага. Приготовьтесь, сейчас вы научитесь управлять великим магом. Да? Пум-пум-пум-пум. Так, подожди, подожди, что-то мне не нравится вот это вот все. Надо действовать вот так вот, ребят. Да что ж такое-то? Да твои, блин, будут лететь. Эй! Ну-ка. Мне не нравится, ребята, знаете что? Не пойму я, как он тут... Как он... А почему он не стрелял-то, эй? У тебя что, блин, фаерболы закончились сейчас, старик? Слушайте, ребят, честно говоря, за мага что-то я не понял, как играть. То у него фаерболы закончились, то он телепортируется. Дедушка бредовый, короче, я так вам скажу. Так, ну что, сражение на арене дальше-то продолжается, да, у нас? И в конце, наверное, будем с самим учителем драться. Используйте свои познания в темных искусствах. Не дайте ему подобраться слишком близко. Кому? Кому слишком близко не дать ему подобраться? Я не понял. Ну, давай попробуем. Так. Да как ты? Я не могу. Дедуль, ты мне вот объясни одно. Как ты телепортируешься, а? Так, хорош тут буянить. Не подойдет. Фу! Изи рыцарь, ребят. Даже подойти не смог. Просто на расстоянии удержал фаерболами одними, да и все. Так. Ну ладно. Блин, придется мне, наверное, все-таки один сундук открыть, ребят. Почему-то мне кажется. Давай вот этот вот. За один кристаллик. Что ты нам тут уготовишь? Ну понятно. Ага. Посох мага, ага, ряса мага. Отличненько. Ну что же, ребят, давайте погнали дальше. Заключительный у нас здесь уровень. Пора проверить, умеете ли вы работать в команде. Докажите, что я не ошибся в выборе. Какого фикуса? Какого фикуса, ёп? Как мы должны... Я что, буду переключаться между персонажами, что ли? Ага, ребят, действительно, мы будем сейчас против своего учителя драться. Ну, иди сюда. А как, интересно, мне... А, вон. Погоди-ка. Я вижу иконки их. А как переключаться? Воу-воу-воу-воу-воу. Причем, ребята, мне не дали этих. Никаких возможностей. Нету суперударов. Нету, и все. Их просто нету. Да, конечно, ага. А? Как тебе?
Как тебе, дедуля? Иди, иди, иди отсюда. Короче, я понял, ребят, видимо, здоровье, когда у меня закончится, у меня автоматически переключат, а это стопудово произойдет, на мага, на лучника и так далее. Потому что хренус лешего мы его так подобьем. Ну, вот о чем я вам и говорил. Иди сюда, иди, дед. Дед. Опа, мимо. Очки купи себе, слепотня, оп. Да-да-да-да-да-да-да. Конечно. На кого ты булочки крошишь-то, елки-палки? На эльфийку? Иди отсюда, отдохни вон маленько. Отлично, ребята. Ну что ж, победушка. Нам там дали какой-то эпический сундук. Давайте, наверное, его... А, нет, не посмотрим мы. У нас там слишком много сундучков в очереди. Так, ну что? Якобы мы сейчас с вами прошли такое элементарное обучение. И... я так понимаю, мы с вами идем уже в открытую жизнь. Неужели опять тут арены будут? В общем, будем сейчас, ребята, с этим делом разбираться. Пора проверить ваши навыки в битве с этими созданиями. У них тут свой турнир. Угу. Чего? Не успел, не успел, ребята. Так, ого, спонсорский сундук. Так, 70... Это что такое? Это, видимо, книжка заклинателя, скорее всего. Ого! Это доспех, скорее всего, для лучницы. А, нет, для мечника, ребята. О, вот это меч. Так, это маска, что ли? Так, ладно. Что я могу сделать? Улучшить, да? Улучшить, улучшить. Ладно, давай улучшим, ребят. Еще могу улучшить. Это для мага, да, ребята, вот портрет мага. Хорошо, ладно, а это? Это все-таки для лучницы, ребятушки. Ну, естественно, я буду... А, не хватает. Нет, 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 не надо ничего. Дедуль, я так справлюсь, надеюсь. Так, ну что же, сражение на арене, естественно, ребят. И я готов. Хочешь сразиться со мной? Сначала разберись с моими ребятами. Как скажешь, оборотень. Мне не впервой кромсать. Ой, ты посмотри. Кошка какой-то, свинорыл. Ладно, давайте смотри, что это за ребята такие. Меня тут вышли. Крутыши, ёпарсете. Ага, то же самое, ребята. Ускорители и тому подобное. Не-не-не-не-не. Пока мне... Давай, иди сюда. Оп, оп. Ну, насколько мы помним... Слушайте, ребят, знаете, что меня интересует? А где же все-таки мои навыки-то? Навыков-то нету. Там они хоть были, а тут их нету. Так, ага, кошара-лукарь. Облезлый-то какой, а? Ужасно выглядишь, котик. Ужасно. На тебе твою ухмылочку-то, наверное... Ты посмотри, блин, какой прыгун, а? Достал. А это что у нас? Ага, свин. Это крыс даже, я бы сказал бы. Крыса-маг. Да он вата, ребята. Да, конечно, конечно, ага. Да-да-да-да-да-да-да. Ой, сплакни еще там где-нибудь в стороночке. Ну что же, ребят, первая победа. Как-никак. Нет места, ебарс, для сундука. Так, ладушки. Вы получили первое очко навыка. Используйте его. Ну, а я о чем говорю, где, куда. Так, навыки. Выберите навык, который хотите улучшить. Ну, я вот хочу, например, навык зарядки. Ну, грубо говоря, да? Предположим. Очки можно использовать по-разному. Навык зарядки. Ну, я понял, ребята. Вот он мне как раз и нужен был. Так, больше у меня нету. Больше у меня нету навыков. Так, что, куда, чего? Слушай, ну давай откроем, блин, ребят. Мы с вами так просто сундуки в никуда теряем. Так, 33 голды. Так, роба для мага, опять для мага. Все, я усек это дело. А сколько, интересно, вот этот вот? За один? Давай, конечно, откроем. Золотой какой-то. Да, так. У нас, по-моему, маг будет охрененно крутым. Хотя нет, ребята, есть у нас и мечик. Уровня 2. Это что такое?
Абнормал. Это я, что ли, типа, да? Или не я? Неважно, ребят. Короче, я иду дальше на арену. Все. Так, нажмите, чтобы открыть. Хорошо, пускай пока открывается. 20 секунд. А мне не жалко. Раунд 2. Я хочу посмотреть. Ха, тебе просто повезло. А вот теперь пришло время реальной битвы. Ну, кем ты меня... Да ладно тебе. Че, ты серьезно, что ли? Врагов-то становится, ребята, побольше. Проблем побольше, соответственно. Блин. Не было печали. Ладно, давай попробуем. Так. Единственное, хорошо, что я, ребят, меч-то себе все-таки подзаточил. Поэтому вы сами... Эй! Что, да отвали так меня, уже достал. Так, кошара. Чтоб тебя, а? Уху! Вот тебе и хей. Оп. Я ее иногда, ребят, даже теряю с поля зрения. Где-то она в моей тени там прячется. Вот, вот это я понимаю. Вот этот крысеныш. Вообще, вата. Хрюкает там еще что-то мне. Хрюкала, мяукала. Все? Ой, какое все? Ёлки-пал, я же забыл, ребят, да. Это кто такой-то вообще? Это у нас, как тебе сказать-то? Да ладно тебе, гнол, успокойся нафиг. Ты слишком какой-то шустрый, я посмотрю. Че там пикнул? Что он там говорил? Я так и не... Что-то такое ощущение, что он как будто по-русски что-то криканул. Ну, я, честно говоря, не разобрал. Ну что же. Не-не-не-не-не, спасибо. С этого начинать не надо. Да идите вы в баню. Так, открыть. Давай вот эту мы откроем. Потому что он уже открытый. Так, 42 монетки. Реса мага. Налучника. Я понял, понял. Так, давай следующий тогда вот этот откроем. Ага, отлично. Ну, давайте, ребят, смотреть дальше. Что у нас тут? Ой. Вот этот значок мне как-то не нравится. Потому что их тут всего лишь два за игру. Чувствую, это какой-то предбосик. Сейчас увидим, какой из тебя герой. О-оу, гиена, да? 90 хп. Но, ребят, мне не привыкать с такими обалдуями драться. Оу-оу-оу-оу-оу. Да что ты будешь... Ты посмотри, что... Блин, промахнулись. Кто там орёт так? Визжит. Ты что ли, засранец? Завизжал тут, как свинья. На! Что он там кричит? Моя пчелка, да? Твоя пчелка, ёлки-палки. Главное, что он, ребята, получил люлей, звездюлей по полной программе. Войдите в режим быстрых снаряжений. А, войдите в режим быстрых сражений, чтобы получить побольше полезных предметов. Так это ж ПВП, ёпрсте. Побольше полезных предметов? Ну, давай посмотрим. Сквайр рейтинг. Деревянный, да, короче? Ну, как обычно, фиг, наверное, кого дождешься здесь. Ну, отменить могу я? Нет? Как отменить-то мне? Я, например, не хочу сейчас драться. Или это в обязательном порядке просто-напросто? Не знаю, ребят, по-моему, что-то... Создать, вступить... У нас что, только один клан русский в этой игре? Хотя, ребят, она еще до сих пор в тесте, я не знаю. В тесте. В тесте! Так, ну и что у нас здесь? Дофига кого? Ну, далее. Так. Что такое? Нажмите, чтобы продолжить. Ага, нажал. Сражаться. А с кем? Черт, сейчас мне подберут, чувствую, противника. Как всегда, блин. Да не надо мне это ничего. Ну что ж, а придется драться, ребят. Что мне поделаешь? Ничего не поделаешь. Интересно, это реальный игрок или... Или нет? А? Как вы думаете, ребят? Или это бот? Я вот, честно говоря, не знаю, блин, ну... Ну херачит он! Не понял я. А, тьфу ты. Я же уже лучником играю. Ну?
Да что ты? Слушай, ребят, по-моему, это реальный игрок. Это что-то как-то не совсем на бота похоже, если честно. Хотя хрен его знает. Да. Не так все просто. Есть. Побед за мной. Пока за мной. Хей, вот ты. Опс. Да будем жарить-то или нет? Мак. А, ну мак у меня, знаете, что хорошо? Он все-таки... Немножко... Да! Немножко, вот и немножко. Давай еще проиграем здесь, а? И будет вообще круто. Есть! Вот так вот, ребятушки. Блин, ну, тяжело, тяжело. Ничего не скажу против. 15 монет, спасибо вам большое. Отличный просто ревард. Слушайте, ну я больше не хочу, например, хорош уже. Я понял тебя. Не забудьте использовать очки навыков. Они очень пригодятся на турнире. Я понял, ядрен батон. Опять ты мне своими очками навыка. Так, значит, мы можем... Ну, здесь у нас есть, грубо говоря. Давай вот у лучника еще что-нибудь сделаем. Навык быстрого огня. Ага, понял. А навык новый, что он делает? Давай, так вот. Навык новый. Короче, какая-то аура, ребят. Непонятные мне доселе. Что такое в чате? Что там в чате? Идет набор в клан правосудия. Кто примет? Приф, лол. Прошу принять в активный клан. Нет, ребята, нормуль тут кланов. Посмотрите видео с демонстрацией навыка. Да я уже и так понял, зачем мне... Ах, тут вот оно как. Не понял, что, 120 уровень, что ли? Что-то как-то больно круто. Ладно, давай мы это дело закроем все. Да идите вы с расым, да. Ну что, сражение на... А, подождите, ребят, у нас здесь сундук открылся. Надо, естественно, его глянуть. Монетки 34 штучки. Книга на... Все на мага, ребят, все на мага. Мне маг-то не особо так, честно говоря, понравился. А вот лучница мне как-то больше приглянулась. Что я могу? Я могу у нее вот броньку, например, улучшить. Ну, вот единственное хорошо, ребята, что здесь идет чисто улучшение броней. В первой-то части мы могли там с вами, ну, разные виды, да, броник. А здесь нет, здесь вот просто улучшаем. Хотя... А, нет, нет. Тут у нас, видите, эпические, легендарные все-таки будут. Это я сейчас обычные броньки свои улучшаю. Ага, а вот тебе, ребята, и броньки пошли. И броньки, и луки, и стрелы. Угу. Обрадовался, блин. Ну ладно, хорошо. Ну что, сражение на арене. Давайте посмотрим, что мы сейчас можем здесь сделать. Нет, нет, нет. Не может быть. Войны вперед. Хрен тебе, войны вперед. Блин, ребят, с каждым разом все больше и больше этих чувачков-то становится. Сколько тут уже, блин? Пятеро. На, иди отсюда, крысиная кошачья морда. Ах ты, зараза. А? Понравилось? Ёлки-палки. Ты смотри, что делать. Слушай, а могу ли я, блин... А, подбил, да? На! Опс, ответку получил. Не ори! Не дома, и дома не ори. На! Черт подери, я думал, сейчас ребят промахнется. Он... Что он так орет? Визжит-то как недобитый. Есть, опять кошка. Офигеть, а сколько, откуда он так набрал? Я тоже могу столько себе потом набирать в армию себе или нет? Оуч, вот тебе и оуч. Оуч, коуч. Дай. Ёлки-палки, подбил. Блин, маг, тебе тут не хватало только. Ты что там визжишь-то? Ты паразит. Паразит, ёлки-палки. На! Гунь-плен. Так, эти гнол. Гнол, ребята, это... Что они как орут-то, как ненормальные все. Да ёт дрен батон. Давай, жарим. Этого говнюка можно, в принципе, и по земле. На! Все, добиваем. Добивочный.
Да-да-да. Ну что, ребят, как-то вот так вот я вам скажу. На этом, пожалуй, мы с вами будем закругляться, да? Всем, как говорится, большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поняли суть, смысл игры. Надеюсь, вам понравилось. О-о-о-о, нифига, лук я могу качнуть. И щит, охереть. И посох. И бронька. Кстати, новенькая какая-то бронька, ребят. Шикарно. Так, а как интересно менять, например? Ага. Так, подожди, у него что, до этого вообще не было, что ли, брони? Да, ребят, походу не было. Без брони он бегал. Ну, а теперь он крут. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.